Приветствую, друзья! Выпускной – одно из самых важных и ключевых событий в жизни каждого человека, которое знаменует собой окончание детства и начало взрослой жизни. Это конец целой главы, и его можно ставить в один ряд с такими значимыми вещами, как свадьба или рождение ребенка. Кто-то вспоминает этот день с грустью и любовью, для кого-то он стал худшим днем жизни, но в любом случае он имеет огромное значение для всех. И даже для знаменитостей, ведь они тоже когда-то заканчивали школы и вузы. Несмотря на прошедшие годы, все они до сих пор легко узнаются. Дженнифер Энистон, Уилл Феррелл, Бритни Спирс, Кортни Кокс, Мэттью МакКонахи, Мэрил Стрип, Леди Гага, Брэд Питт, Хелли Берри, Джордж Клуни, Ким Кардашьян, Блейк Лейвли, Бейонсе, Сергей Лазарев, Вера Брежнева, Анни Лорак, Лолита Милявская, Андрей Григорьев Аполлонов, Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова, Кристина Арбакайте, Алла Пугачева, вторая слева, Иван Дорн, Потап. Эти фотографии – лишнее подтверждение тому, что наши кумиры точно такие же люди, как и мы, точно так же заканчивали школы, и у них был точно такой же выпускной. Интересно, с какими чувствами они вспоминают этот день, да и окруженные славой и популярностью вспоминают ли вообще? А какие эмоции вызывают у вас выпускной, друзья? Делитесь своими воспоминаниями в комментариях.